Почти 2000 павлодарцев пострадали в этом году от укусов бродячих собак. Статистика выше, чем в прошлом году. В целом, говорят специалисты, эпидситуация в области стабильная. Идет профилактика особо опасных инфекций. Фактов заражения сибирской язвой в регионе не было. Однако больше 30 жителей заболели бруцеллезом, сообщают санитарные врачи. В городе Павлодар 9 случаев, в Щербактинском районе 6 случаев. В городе Аксу также 6 случаев, в городе Екибастуз 2 случая, в Байнаульском, Железинском, затем в районе Акулы по одному случаю, 2 случая в Иртышском районе и 3 случая у нас зарегистрированы в районе Теренколь.